Всем привет, друзья! И вот меня удивляет то, что люди, вот сейчас начинаются переговоры, такие рады этим переговорам между США и Украиной о гарантиях безопасности для Украины. И меня это просто смешит и удивляет. Если взять, вот посмотреть на ситуацию, которая сейчас между Украиной и Россией, где США якобы выступают партнерами Украины, о каких гарантиях будущих можно вести речь, если эти партнеры, Соединенные Штаты Америки, не могут даже или боятся выделять сюда, в Украину, истребители, авиацию не дают для реального контрнаступления. А мы говорим о каких-то будущих гарантиях. Какие гарантии могут дать Соединенные Штаты Америки? Поставлять оружие? Или, может быть, это они сейчас поставляют? И это не мешает России вести агрессивную войну против Украины. Может быть, они дадут гарантию, что американский солдат тут будет воевать? Так это вряд ли. Так что ни о каких там этих гарантиях не может идти речь. Речь может идти только о том, что они или помогают реально, они делают вид, или они уже совсем подталкивают нас к переговорам, и ни о каких там контрнаступлениях не может идти уже речь. И это профанация Филькина грамота. Я лично считаю, что вот эти переговоры о гарантиях безопасности для Украины со стороны США — это лишь отвод глаза для того, чтобы подтолкнуть Украину на переговоры перед выборами 2024 года. И я думаю, что эти оккупанты, эти россияне пойдут на то, чтобы выручить этих американцев, и прекратят на время, так сказать, войну. А потом все будет заново, заново и заново. Потому что, так сказать, если раковую опухоль не удалить, а лишь ее усыпить на время, потом будут рецидивы и, может быть, даже еще хуже. Это лишь мое мнение. Мнение простого человека. А вы вот как считаете? Напишите в комментариях.